Теперь рассмотрим выполнение финтов сбоку, в частности, с удобной стороны. Шайба должна лежать перед собой, сбоку от опорной ноги. Ведем шайбу сбоку. Делаем финт вперед. При этом сгибаем колено, вытягиваем руки вперед и наклоняем голову и плечи. Финт надо выполнять так, как будто вы в самом деле наклоняетесь, чтобы сделать передачу или бросок. Ведем шайбу сбоку, финт вперед. Опять ведем шайбу, финт. Освоив финт сбоку, возвращаемся к нашей схеме. Четвертое упражнение. Схема такая же. Раз, два, финт. Так как мы делаем финт сбоку, он будет направлен вперед. Вот так. Ведем шайбу сбоку. Раз, два, финт вперед. Ведем шайбу сбоку. Раз, два, финт вперед. Теперь посмотрим на это упражнение с другой стороны. Следующая техника развития навыков маневрирования и координации — состоит в том, что мы два раза перекидываем шайбу, делаем финт вперед, потом еще два раза перекидываем шайбу и отводим шайбу назад. Я покажу с другой стороны. Итак, два раза перекидываем шайбу, делаем финт вперед, потом еще два раза перекидываем шайбу и отводим шайбу назад.